На Павлодарском нефтехимическом заводе запустили новую азотно-кислородную станцию. Ввод в эксплуатацию нового объекта приурочили ко дню первого президента страны. Станция позволит эффективно решать проблему высокого потребления азота с современными установками, которые появятся на нефтехимическом производстве уже в ближайшем будущем. Производительность объекта 1200 кубометров газообразного азота в час. Проект реализован в рамках технического перевооружения предприятия. Благодаря этому завод увеличит мощности по переработке западносибирской нефти до 7 миллионов тонн в год. Это позволит уже к 2016 году выпускать высококачественный бензин и дизельное топливо экологического класса К4 и К5 соответственно. Уникальность данной станции, что имеются криогенные емкости для хранения жидкого азота и кислорода. Качество этой станции 99,94 девятки азота, 99,7% кислорода.